Здравствуйте, это видео снимается специально для канала Банковский. Сегодня я расскажу и оставлю отзыв о карте Тинькофф S7 Airlines. Картой S7 Тинькофф пользуюсь 2 года, заполняла онлайн-заявку на сайте, и мне не нужно было посещать офис, узнала решение банка сразу после заполнения заявки, и карточку доставили мне на дом в течение 2 дней при помощи курьера со всем пакетом документов. Выбрала карточку S7 Airlines по причине того, что являюсь участником программы S7 Property, и мне очень удобно копить мили S7. Сейчас расскажу о преимуществах карты S7 и о том же, как копятся мили. Итак, преимущество то, что она является бесконтактной, ее бесплатно выпускают и доставляют. Бесплатное обслуживание на карте возможно при ежедневном остатке на карте 150 тысяч рублей. Если остаток меньше, то за карту я плачу 190 рублей в месяц. Какие еще преимущества? Это приложение Тинькофф. Лучшее приложение, которое я встречала, и лучшее сервисное обслуживание. В этом приложении я могу прикрепить все счета, которые я имею в другом банке. Например, у меня там прикреплены карточки Сбербанка, и я без процентов перевожу со Сбербанка на Тинькофф в этом приложении. И в дальнейшем я могу с Тинькова делать переводы на другие карты тоже без процентов. Снимать деньги я могу без процентов в любых банках-партнерах, а также в самом банкомате Тинькофф, который стал появляться в любых городах все чаще и чаще. Например, в Сочи есть несколько банкоматов. Также приложение Тинькофф удобно тем, что там всегда есть онлайн-поддержка оператора, к которому можно обратиться с любым вопросом, отправив письмо в чат и получить ответ онлайн. То есть, находясь за границей, я могу свободно связаться с банком и решить любую проблему. Давайте поговорим о том, как начисляются мили. Итак, за каждые 60 рублей начисляется 3 мили при покупке на сайте S7. До 1,5 миль начисляется за каждые 60 рублей при минимальном неснижаемом остатке от 150 тысяч рублей. Или 1,25 миль за 60 рублей. Итак, до 18 миль за каждые 60 рублей за покупку по спецпредложениям банка-партнера. Такими партнерами на данный момент являются Окей, Перекресток, Связной, Wildberries, Озон, Вкусвилл, Тутуру, Бургер Кинг, Ламода и многие другие. Актуальные списки этих партнеров можно посмотреть всегда на сайте Тинькофф.ру. Какие еще плюсы? Мне всегда приходит на почту уведомление о закрытых распродажах 2 раза в год. Такие уведомления приходят только владельцам карт S7 Airlines с начислением миль. Также карточка S7 Airlines Тинькофф дает такую привилегию, если совершаешь покупки от 800 тысяч рублей за 4 месяца, то автоматически начисляется серебряный статус. И также есть одно бесплатное повышение класса в течение года. Начисляются мили на счет S7 Property ежемесячно. Итак, самое интересное, как же все-таки потратить эти начисленные мили. Если вы начислили от 5400 миль, то можно купить билеты S7. Если же миль более чем 7,5, то можно купить билеты уже авиакомпаний-партнеров S7. От 6500 миль можно повысить класс обслуживания, например. От 720 миль уже можно забронировать место в салоне на платных местах. От 2500 миль бронирование места с повышенной комфортностью, то есть где большое расстояние для ног и, допустим, раскладывающиеся сиденья. Итак, хочется подвести итоги по поводу использования карты Тинькофф S7 Airlines. Я очень довольна, так как потому что я являюсь постоянным клиентом S7 Airlines, мне подходит направление, которое есть в этой авиакомпании, прямые рейсы, поэтому эта карточка для меня незаменима. Копить мили легко. Допустим, я накопила на билет до Москвы очень легко и доплатила всего лишь 1000 рублей. Итак, я оставлю ссылочку на карту в описании этого видео. Если видео было вам полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всего доброго!